Теремок ТВ. Солнцем ярким встречает новый день, он будет жарким для тех, кому не лень. Показать, кто в чем сильней, кто прыгнет дальше, а кто бегает быстрей. Ты знаешь, первый шаг всегда сложнее, чем второй, но рядом тренер и друзья, а значит, ты герой. Команды матч. На старте все равны. Выдры вперед! Гена, выдры вперед! Что с Роном и Геной? Они вчера болели за выдр. Угадай, кто победил? Выдры вперед, выдры! А я болел за бобров. Рон, Гена, Лена, Гоша, Берта, готовы много бороться? Тренер намекает на многоборье. Прыжки с шестом, ходьба, эстафета и метание копья. Три команды по два участника. Тренер, но нас всего пятеро. Не-а. Но нас пять. Нет, шесть. Пять? Шесть, Гена, шесть. Пусть она будет в твоей команде, Рон. О, я нашла свой лунный камень. Это Агата. Переехала к нам из спортшколы Озерная. Хочет освоить новые виды спорта. Выплыть, так сказать, за буйки стереотипов. Привет. Ваше время проявить самостоятельность. Команда — залог успеха. А я удаляюсь готовить стадион и грустить о проигрыше бобров. Встретимся в 2 часа. А я водолей. А я в команде со своей сестрой. Физкульт, пока. Меня зовут Рон. Это Гоша, Берта, а те двое — Гена и Лена. Агата, а что ты изучала в Озерной? Плавание в воде. Тогда тактически и стратегически мне будет лучше пойти в команду с Роном. Эх, жиденькое у вас гостеприимство. Фотки у новенькой огонь. Только воды много. Лучшие фотки у чемпионов. Для начала нужно разработать план. Нет, нам нужно подкачаться. Нам нужно подкачать план. Библиотека и качалка в разных зданиях. Опять я одна осталась. И снова не в команде. Хоть раз победить. Сделала бы корзину для кубков. Слушай, Агата, давай возьмем в команду друг друга. А я тебе объясню все, что ты пропустила. Звучит здорово. А я вам помогу. Поделились, значит, на команду.
Что ж, посмотрим, чей подход победит. На старт. Внимание. Это невозможно! Просто она прокачалась. В спорте возможно все. Поздравляю вас! Вы показали себя настоящей командой. А можно мне селфи с новыми чемпионами? А давайте все вместе! Мы же теперь команда! Агата, мы не знали, что ты такая крутая! Для этого и существуют тренировки, чтобы лучше друг друга узнать. Эй, братец, тебя долго ждать? Ну, раз вы просите. Скажите, выдры. Выдры! Хей-хей-хей! Всем доброго времени суток! Идеальный день для нового инсайда! Сегодня свой комментарий относительно команды «Матч» нам дала лучший футбольный тренер местных окрестностей Белла. Цитирую. Прогрессивный подход этого тренера полнейшая... Какой кринж! Лена, мы тебе не мешаем. Уделишь теперь внимание тренировке? Тренер, вы сегодня в ударе. Все запомнили? Кувырок, шпагат, стойка на руках и сальто. Пробуем. Ха, расплюнуть. Так, колени на 90 градусов. Тянем носок. Почти. Не почти. Так, правая нога. Так, раз, два, три, четыре. Руки прямо, смотрят вперед, колени на 90 градусов. Гоша, чего ждем? Не позднее достижения угла в 45 градусов, два шага, толчок и... Перерыв. Продолжим через 15 минут. Руки прямо, смотрят вперед, колени. Ребят, кажется, наш калькулятор сломался. Не понимаю. Расчеты верны. Угол и сила прыжка, помноженная на сопротивление покрытия. Почему не получается? Потому что твоя проблема не в этом. Она здесь. Если изменить прическу, то эргономика бега может улучшиться. Нет. Дело в том, как ты думаешь. Но мы над этим поработаем. Ты слышал про визуализацию, Гоша? Да, тренер, читал.
Но я не верю, что, представляя упражнение, можно научиться его делать. Звучит слишком концептуально. Я научу тебя этой технике. Закрой глаза, слушай мой голос, очисти мысли. Тренер, пока что слишком концептуально. Очисти мысли. Вроде получилось. Отлично. Теперь представь себя со стороны. Это как? Дайте подумать. Ну вот, окружность примерного радиуса. Теперь прибавим. Ай, да что же это такое? Ай! Гоша, сосредоточься. Колется, больно. Ай, ну почему это так трудно? Ай! Вот это я понимаю, тренировка. Сидишь и ничего не делаешь. В сидении без дела тебе равных нет. Что? Эти еще здесь? Вы сегодня рано, Белла. Бронь зала команды «Матч» подтверждена до 5 часов. Я вижу, как эффективно использует зал этот тренер. У меня никогда не получится. Хочешь сдаться? Визуализация – это инструмент. Научись им пользоваться и сделаешь шаг вперед. Ладно. Еще раз. Представить себя со стороны. И выполнить упражнение. Кувырок. Шпагат. Стойка на руках. Сальто. Молодец, хороший результат. Ну ты даешь, Гоша. Ты такой вжух, а мы все уху, а потом бам, и это твое тыдыщ. Тренер, а можете и нас так прокачать, как Гошу? Это будет самый унылый стрим. Я тоже готов, тренер. Включайте свою виза, что-то там. Чего ржете? Я для вас принес, будет мягче. Ой, да ну вас! Сегодня идеальный день для рекордов. Но как тренироваться с этой тарелкой? Это не тарелка, а диск. Снаряд для одного из древнейших состязаний. Корнями оно уходит... Учебник истории, мы поняли. Ну что, все готовы? Да! Идем на стадион. Наконец-то! Итак, запоминаем технику метания диска. Первым делом правильный захват, исходное положение. Следите за хвостом, вложите энергию в повороты и дайте ей выход. Только не выходите за пределы круга, иначе результат не будет засчитан. Сильнее метнул, и ты чемпион. Сильнее! Это про меня! Гена, линия, держи ее в голове. Так. Лена, не отвлекайся. Молодец, Берта, но это не ядро, а диск.
Ну как так-то? Неплохо, Рон. Агата, твоя очередь. Агата? Она в библиотеке, тренер. Часть тренировки проведет арена. Запустить протокол дискобол. Диско? Мы будем танцевать? Дискоболами называют метателей дисков. Берта... Продолжаем тренировку! Помешаю. Смотрю, ты занимаешься. Задание по естествознанию, молекула. Все сдали, а у меня что-то все никак не клеится. Знаешь, мне кажется, ты слишком залипла на одной задаче. Пойдем, пометаем диск с остальными. Отвлечешься, и все станет на свои места. Как тебе идея? Вложи энергию в повороты и дай ей выход. Беги, пробуй. Тренер, я готов побить рекорд. Рон тренировался по собственной программе. Рон. На сегодня все. Нам всем нужно отдохнуть. Я побил рекорд. Далеко улетела? Нет, лежит у твоей головы. Хочешь побить рекорд? Иди со мной. Соберись, Рон. Держи ровнее. Это последняя деталь. Готово! Вау! Ну, думаю, ты достаточно отвлекся. Пошли бить твои рекорды! Да! С клеем мы явно перестарались. Я был на высоте. Результат прохождения скалодрома Гены третий в секции. Вот и спустился на землю. Гоша, твоя очередь. Давай попробуем еще раз. Может быть, потренируем технику или тактику? Гоша, не робей. Твоя дорожка зеленая. Приступай.
Гоша, выбирай маршрут, который для тебя легче. Время тренировки подошло к концу. На сегодня достаточно. Завтра продолжим. Я смогу. Кошмар. Сегодняшняя Гошина тренировка. Вот был настоящий кошмар. Мне приснилось, что... Что не смог решить задачи по геометрии. Да отстань ты со своими приколами. Геометрия? А это надо проверить. Доброе утро, Гоша. До тренировки еще 40 минут. Доброе утро, Арена. Мне нужно проверить одну свою идею. С радостью помогу. Весь маршрут – это просто геометрия. Набор треугольников. Надо лишь соединить геометрию и скалолазанье. Но зачем тебе это? Мне нужно найти свой способ нажать на кнопку. Вычисляя углы между зацепами и возможности своего тела, я смогу заранее продумать оптимальный маршрут. Но ты не учел. Арена, отсканируй длину моих рук и ног и выведи маршрут в соответствии с размером моих конечностей. Начнем. Похвально, что ты решил выбить пыль из старых матов. Но есть и другие способы. Тренер, у меня ничего не выходит. Даже геометрия не помогает. Кажется, мне просто не хватает длины рук. Или была ошибка в вычислениях? Единственное, чего не хватает твоим рукам, твоего же доверия. Это как? Руки сами подскажут тебе свой путь, по которому им легче взбираться. А не арена или геометрия. Но руки же не умеют видеть. Позволь своим инстинктам взять верх над головой. И это все? Конечно, нет. Еще нужна магнезия для лучшей сцепки. Я бы на месте нашего гения после вчерашних результатов тут больше не показывался. Гоша не сдался бы так быстро, как ты. А я и не сдаюсь. Даже слова такого не знаю. Серьезно? А может рассказать историю про то, как ты... Вы посмотрите, кто там на скалодроме! Гоша, ты смог! Это не я! Это все мои руки! Доверься своим инстинктам! А когда он успел так подкачаться? Зеленая трасса пройдена. Результат прохождения скалодрома Гоши – 3-й в секции. Не может быть! Как ты это сделал? Сначала воспользовался твоим советом про геометрию, но потом понял, что это не мой путь. Ну что, разминка, а потом красная трасса. Кто хочет быть первым? Чур я! То есть, мы!
Добро пожаловать в академию. Волейбол. Не, Рон, давай еще разок. А ты чего это раскомандовался? Это коллективная игра. Давайте не будем нарушать правила. Хм, кто угадал, тот и решает, как играем. Агата, ты показывай. Не понял. А тебя кто сделал главным? Плавание. Не играешь, не мешай. Но он угадал. Я хотела показать плавание. Гений в здании. Мы в автобусе. Гений. Ау! Чего вы там телитесь? Пошли на тренировку. Надеюсь, сегодня будет бокс. Опять не угадал. Сегодня будет баскетбол. Гош, вытащи. Давай я вытащу. Ну что, все готовы? К стритболу. Основные элементы. Ведение мяча. Средний бросок. Одно очко. Пас. Прием мяча. Дальний бросок. Два очка. И бросок сверху. Одно очко. Начнем. Запускаю программу тренировки. Отлично. Все молодцы. На сегодня тренировка окончена. Жду вас завтра в 7:00. Проведем товарищеский матч. Да! Можно еще продумать тактику и стратегию. А вот это очень правильная мысль, Гош. Как будем делиться? Легко. В моей команде Лена. Тогда в моей команде Берта. Агата за нас. Агата за нас. За нас Гоша. Рон, а давай сыграем прямо сейчас, на улице. Без тренера, без подсказок. Только моя команда против твоей. Игра сама покажет, кто настоящий капитан. К игре нужно подготовить. Давай. Бросай на начало. Забьете, мяч ваш. Наше начало. Играем до 11 паровозиком. Мяч остается у той команды, что забила. Но по правилам... Хватит болтать. Начинай. Да у вас прям команда мечты. Пасуй! Мы здесь! Эй! Посажу на скамейку запасных! Нам нужен тайм-аут. Тайм-аут? Тайм-аут. Какой у нас план на игру? Я должен забить. Тогда не бегай за Геной. Ты большой. Играй под щитом. Защищай кольцо и забивай с ближней. А мне что делать, Гоша? У тебя хороший бросок. Бегай на дуге. Открывайся под пас. Тайм-аут окончен. Играем по плану. Только так мы отыграемся. Эй, вы чего сели? Пас.
посадили себя на скамейку запасных. А, да я и без вас справлюсь. Игра окончена. Да! Интересно у вас вышла игра. Нечестно, я играл лучше всех. Играл лучше всех? Да. Но капитан, это не всегда лучший игрок. Настоящий капитан – это тот, кто может собрать команду в трудный момент. У нас такой капитан есть. Если будешь играть на команду, у нас есть план на игру. Звучит как заявка на реванш. Давайте, я... Мы должны отыграться. Лена, спорим? Я на эту елку залезу за пару секунд. И свалишься с нее тоже за пару секунд. И че у тебя там такого интересного? Обсуждаем с подписчиками новые тренды. Скука! Давай на перегонки до спортзала. Сейчас на тренировке набегаешься. Лен, Лен, а сфоткай нас с Агатой. Что это? Знаю, надо проголосовать за самое слабое звено. Чур я голосую за Рона. Эй! Сегодня у нас необычная тренировка. Мы будем играть в спортивные фанты. Фанты? Каждому нужно написать задание на листочке и положить в эту коробку. Брейк-данс. Ух ты! Лена, пожалуйста, отложи телефон. Я ищу варианты поздравлений для подписчиков. Это здорово, но нельзя быть в двух местах одновременно. Что для тебя сейчас важнее, виртуальная жизнь или реальная? Браво, Агата! Теперь твоя очередь. Перечислить три вида спорта, где используются коньки, чеканя теннисный мячик. Легко. Сейчас только вспомню. На коньках. Ну это фигурное катание. Отлично. Это раз. Кёрлинг. Там не коньки, а специальные ботинки. Ой, что там еще? Хоккей, разумеется. Два. Спасибо, Гоша. О, вспомнила! Конькобежный спорт! Это общее название. Назови любую разновидность. Шорт-трек. Шорт-трек? Три. Молодец, Лена. И команда не подкачала. А?
Ну что, я попал? Нет, давай еще раз. Прости. Невероятно! Че это? Подарки? Перед тем, как начать праздновать, я хочу попросить вас украсить елку чем-нибудь важным для вас. Это может быть что угодно. Я придумала украшение. И что же это? Интересная идея. Почему ты выбрала его? Под звук этого свистка я провела весь год. А вы что выбрали? Вместе со своей командой. Лен! Вот, ты и забыла в зале. Для тебя ведь это самое важное. Ура! Обнимашки! Ну что, время открывать подарки? Ура! Подарки! Тяжеленький! Ленка, че это нам на двоих? Привет! Ну что, друзья, готовы изучить новый вид спорта? Это кёрлинг. Его еще называют шахматы на льду. Опять шахматы. А швабра зачем? Суть в том, чтобы попасть в мишень, центр дома, а заодно вытолкнуть снаряд соперника за линию. Так, команда, а ну-ка все на дорожку. Тяжелый. Гоша, ты будешь капитаном. Подсказывай, куда вести камень. Третье, перпендикулярно. Может, местами поменяетесь? Он сейчас остановится! Третий, энергичней. Нарулил, шахматный капитан? Да и вообще, этот кёрлинг больше похож на мытьё полов. Интересная идея. Попробуем новый вид тренировки. До конца тренировки 3 часа 46 минут. Включаю бодрую музыку. Арена, если ты такая умная, что ж ты сама себя не вымоешь?
Вообще-то, умным не пришлось бы мыть полы, если бы глупые молчали и слушали тренера. Ха! А мне вот интересно, умные бегают так же быстро, как и соображают? Гена, отдай рюкзак. А ты догони! Отдай рюкзак! Там очень ценные редкие книги! Отдай! Продолжим тренировку. Кёрлинг, как изысканное блюдо, вкус которого раскрывается не сразу. Дадим ребятам самим разобраться. Эй, осторожней! Почему он не останавливается? Прям какой-то вечно движущийся рюкзак. На сегодня тренировка окончена. До завтра вам задание. Изучить феномен вечно движущегося рюкзака. Учебная комната в вашем распоряжении. Феномен вечно движущегося рюкзака разгадан! Нужно еще практическое подтверждение. Так что все в зал. Проведем эксперимент. Гена, Берта, берите швабры. Что, опять? Мы ж только что здесь все вымыли. Рон, ты толкаешь рюкзак. Да легко. Отлично. 3, 4, начали! Ура! Получается! Катится! Давай! Результаты команды улучшились. Да, я всегда говорил. Главное, правильно выбрать методику тренировки. Нам бы еще велодорожку почистить. Всему свое время, Арена. Всему свое время. Угадайте, что я нарисовала? Рисунок не определен. Эй, смотри, что ты натворил! Доброе утро! Сегодня у нас парное фигурное катание. Начинаем! Арена, твой выход. Вы будете нас учить. Учит тренер, а это проекция оптимальной пары. Первый элемент – поддержка. Второй элемент – прыжок. Один поворот в воздухе, приземляемся на правую ногу. Третий элемент – вращение. Нужно чувствовать партнера, синхронизироваться. Что-то у меня голова закружилась. Делимся на пары. Агата с Роном, Берта с Гошей, Лена, как всегда, с Геной. Можно? Я буду с Роном.
А я тогда с Агатой. В разных парах? Ну, хорошо. Поехали! Научиться двигаться в унисон поможет упражнение «Зеркало». Лена, поднимай руку плавно. А ты, Рон, повторяй за ней. Смысл в том, что ты должен предугадать ее следующее движение. Вперед! Гоша и Берта молодцы. Переходите к катанию. Эй, смотри, куда едешь. У меня есть предложение. Надеюсь, не новый вид поддержки. Вечно у тебя я во всем виноват. Уронила телефон, я виноват. Яблоко с червяком, я его туда засунул. Так ты его туда и засунул, я видела. Вот ты всегда портишь все мои пранки. Фантастически синхронно. Что? Ни за что. Хватит повторять за мной. Хватит. Я уверен, вам лучше работать в паре. Команда — это единство противоположностей. Я не буду с ней кататься. Я ее терпеть не могу. Мимолетная ссора — не повод для таких громких слов. Вы потом сами пожалеете о них. Он разбил мне телефон. Да она сама его уронила. Вы брат с сестрой. Всегда все делаете вместе, даже тренируетесь в одной команде. Не все. Я делаю бутерброды, она их только ест. Да. А кто в это время тебе помогает с домашкой? А кто моет посуду постоянно? А кто протирает пыль в твоей комнате? А кто накручивает тебе просмотры? А кто укладывает тебе волосы гелем? Я не накручиваю просмотры. Ничего не знаю. Главное, что вы все это делаете друг для друга. Прости меня, Ленк, за телефон. Да ладно! Он разбился еще месяц назад. Просто хотела тебя потроллить и увлеклась. Моя школа. Пробуем еще раз. Устроим шоу на льду. Ха-ха!